Всем привет, вы на канале Боевой Костян. После того, как я восстановился после первой травмы, я пошел на тренировку и получил еще одну травму. Там, где я стал с противником на спарринг и получил отведом локоть. И мы с родителями решили купить амуницию. Это называется защита на локте, проще говоря, на локотнике. Вот. Сейчас я вам их продемонстрирую, а также один. Поэтому сейчас я их одену. Так, давай я тебе помогу. Так, давай. Руку раз. Так, не спеши. Подожди. Ты руку пока вот так сделай. Да? Так, на первую руку одели, теперь сейчас на вторую. Сейчас я встану в стойку. А разворачиваться не надо? Да. Окей, вставай. Ну что ж, друзья, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до новых встреч. Пока.